6-й раз на базе средней школы номер 17 команды 15 учреждений образования Ленинского района в составе детей и их родителей боролись за звание самой спортивной на спортивном празднике под названием «Семейный круг». Это традиционное мероприятие, которое проводится по инициативе администрации Ленинского района. Конкурсы были самые разнообразные. Это и футбол, баскетбол, соревнования с летающей тарелкой. А в этом году ввели еще один вид соревнований – гольф. Участники проявили чудеса ловкости и сноровки. Они бегали и прыгали, словом, достойно сражались за победу. Ленинский район всегда встречает праздники, организовывает праздники и силен традициями. Именно Ленинский район организовал 13-й год подряд праздник спортивный, который так и называется – «Семейный круг». Он объединил ребят, родителей в большую команду, в большие соревнования, которые происходят в эстафетах. И наша главная задача – это привитие здорового образа жизни, это семейные ценности, а также профилактика неблагополучия и, конечно же, профилактика преступлений и правонарушений. «Мама, папа, я – спортивная семья». Слоган для многих участников спортивного феста по-настоящему главный. Главное то, что у родителей стимулом было поддержать детей, показать свою ловкость, так сказать, не оплошать. А ребятня вслед за родителями классно выступала и круто болела за своих предков. А это ли не объединяет и сплачивает? В первую очередь это сплочение семьи, проведение времени вместе, досуга. Как бы здоровый образ жизни в первую очередь. Все-таки дети видят, что родители тоже занимаются спортом. Поэтому как бы, такие мероприятия нужно почаще проводить. Мы здесь не первый раз, каждый год участвуем. Нам очень нравится. Конкурсы всегда интересные. От погоды тоже зависит. Ну, как бы мы всегда настроены и на победу. Есть школы, видно, которые не первый год участвуют, для них некоторые, возможно, даже упражнения уже знакомы были. А так в новинку все интересно, везде хочется принимать участие какое-то. Те, которые более подготовлены к данным мероприятиям, чувствуется, что какой-то уровень у них уже имеется. Если без подготовки какой-то, то чуть-чуть тяжелее. Спортивный праздник «Семейный круг» прошел на одном дыхании. Атмосфера спортивного азарта чувствовалась во всем. Болельщики поддерживали свои команды кричалками и лозунгами. А спортсмены доказывали, что именно они самые спортивные и активные.